Парикмахерские салоны красоты Германии поднимают цены. Выросли затраты мастеров не только на электроэнергию. Повысилась стоимость средств бьюти-индустрии, красок для волос, шампуней, масок, средств для ламинирования и укладки. Особенно подорожали высококачественные краски для волос. Закупать более дешевые косметические средства, чтобы сократить расходы, многие парикмахеры не хотят. Они боятся потерять клиентов, которые приходят в салон за качеством. Кроме того, более дешевая продукция – это всегда риск, что она может вызвать аллергию или не дать желаемого цвета при окраске волос. В Германии распространяется вирус западного Нила, и если раньше болезнь диагностировали у людей, которые приезжали из теплых стран, где в основном живут переносчики инфекций, то сейчас вирусологи обеспокоены тем, что вирус встречается у местных комаров. Горячей точкой распространения вируса западного Нила является Бавария. Болезнь также встречается в Тюрингии, Саксонии, Анхальт и Бранденбурге. Биологи считают, что немецкие комары научились переносить вирус из-за глобального потепления и изменения климата. К другим темам. Единственный частный конкурент Deutsche Bahn в сфере перевозок поездов дальнего следования Flixtrain расширяет свою сеть. Три новые линии планируется ввести в эксплуатацию уже в мае и июне. Например, один из путей должен проходить к Висбадену, Хильдесхайму и Оффенбаху из Берлина. Кроме того, на 19 мая уже утверждено соединение между Гамбургом и Штутгартом. В будущем в сеть Flixtrain войдут 70 остановок. Кроме того, с 23 июня подключат Базель и, следовательно, первый пункт назначения в Швейцарии. Экологичный отпуск – новый тренд в Германии. 72% немцев хотят путешествовать более экологично, но делают это менее 30%. Главная причина в том, что люди не знают, как это осуществить, не слишком ограничив себя. Туристические компании объясняют, что экологический отдых не всегда требует только поездок на велосипеде в соседний город. Путешествовать более экологично можно и за границу, но нужно соблюдать несколько условий. Например, отказаться от популярной путевки «Все включено». Отели и рестораны, работающие по этой системе, стараются максимально сократить затраты, предоставив полный спектр услуг. Экологичность уходит на второй план. Кроме того, курорты выбрасывают еду, которой готовят слишком много по программе «Все включено». Сделать свой полет на отдых более экологичным можно, если выбирать прямой рейс, без пересадок и как можно ближе к месту жительства. А если еще и чемодан не слишком нагружать, польза для экологии будет вдвое больше. Доказано, что выбросы больше, чем тяжелее багаж, а самое простое средство, которое сделает небольшой, но важный вклад в защиту природы – солнцезащитный крем. Нужно выбирать крем, который не вредит морским обитателям и позволяет купаться без угрызения совести.